база СНГ, 15 лет на рынке. Сейчас мы вам расскажем, как делаем погонку. В первую очередь приобретаем качественный лес, который после разгрузки подается на пилораму Гризли, где бревна распиливаются на доски. Доски поступают в сушильную камеру, а оттуда на специальные деревообрабатывающие станки. И вот мы видим различную вагонку, которую мы можем заказать на сайте www.smg-shop.ru.